Обещаний много, но можно ли в них верить в кризисные времена? Губернатор посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и бассейном в Родниках. Так объект выглядит сейчас. Подрядчик обязуется закончить работы в конце текущего года. Пока что в график укладывается и даже взял кредит на выполнение работ. Финансирование как бы у нас на бумаге оно открыто, да. Финансирование, мы думаем, будет. То есть правительство обещало помочь в этом деле, своевременно финансировать объект. Если будет все нормально и будет финансирование объекта вовремя, в сроки, то мы закончим этот объект согласно графику. А вот по срокам финансирования сейчас даже губернатор говорить не готов. Чтобы завершить строительство, необходимо еще 209 миллионов рублей. В настоящее время всеми видами бюджета выделено 100. Задача областного правительства сегодня решить по остальным 100 миллионам с Минспорта. Вот. Сам проект, исполнение и задачу, которую перед собой ставит администрация района с точки зрения развития не просто ФОКа, но и спортивного центра вокруг него, она, безусловно, заслуживает похвалы. Родниковская администрация к сложившейся ситуации относится оптимистично. Александр Пахолков признался, что это не просто стройка, а воплощение его давней мечты. О бедах финансовых старается не думать. Отправил своих сотрудников в другие города, чтобы переняли опыт управления такими большими спортивными объектами. Такие спортивные комплексы, многофункциональные, уже работают и в других территориях. Мы нашли несколько похожих. Я отправил туда людей посмотреть, как он работает, за счет чего он зарабатывает, сколько содержания, какой персонал и так далее. Потому что надо уже параллельно готовить. Одно дело достроить, другое дело начать его эксплуатировать. Вот этот вопрос мы сейчас изучаем. В наполеоновских планах родниковских чиновников еще хоккейная коробка и поле с искусственным покрытием. Все здесь же, рядом с комплексом. Строящийся объект, на который пока что нет средств, задуман как многофункциональный. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.